где-то уже совсем рядом. Сверимся с картой. Вроде бы все верно. Думаю, копать нужно тут. Кирок должен быть здесь. Господи, что это такое? Откуда тут эта яма? Мам, мам, вытащи меня отсюда! Егор, как ты там оказался? Это ты выкопал? Да, это я, у меня есть карта Гармити. Опять мультиков пересмотрел? Сейчас помогу вылезти, подожди. Карту он нашел, а мне что теперь с этой ямой сделать? Давай руку, давай. И что мне с твоим творением делать? Посмотри, целую пирамиду Хеопса мне нарыл. Мам, зато я клад нашел. Вот, по карте Гармити. Клад? Карта интересная. Это Кирок, сила камня. Сила камня. Кирок. Сила камня, говоришь? Да, видно, в камнях он силен. А еще по карте нужно найти три силы: ветра, льда и огня. Стоп, 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 этого мне еще не хватало. Мне уже достаточно твоей силы камня. Мам, но тут же еще три игрушки нужно найти. Ну давай посмотрим, куда твоя карта приведет. Так, если мы вот здесь, нам нужно идти вот сюда. Я думаю, идти нужно вон туда. Да, мам, пошли быстрей. Пошли. Место точно это. Ну здесь ничего нету. Какие-то, говорил, там силы стихии должны быть. Камень, ветер, лед и огонь. Если сила камня уже была, значит следующая идет сила ветра. Точно, ну как же нам вызвать ветер? Давай тогда попробуем подуть. Ура, получилось! Это же Лорд Титана! Повелитель горных людей сила камня! Лорд Титана! Ну что, давай карту, давай посмотрим, куда она нас дальше выведет. Так, следующая метка нам указывает в ту сторону. Ну что, нам туда. Ага, пошли быстрее, меня ждет новый сюрприз. Мне кажется, это место здесь. Ага, прям вот тут. Что ты там говорил? После силы ветра идет сила льда? Да. Где нам лед взять? Сейчас, мама, подожди меня здесь, я мигом. Вот, мам, держи лед. Ну ты быстрый. Вот бы ты так еще и уроки делал. Ложи лед сюда. Ух ты, чудеса какие-то прямо! Кто у нас тут? Сила льда! Трек и город! Мам, это город и трек! Ну что, нам нужно отправляться на поиски последнего Гармити. Ну что, давай-ка взглянем на карту. Если он здесь, значит нам нужно идти туда. Все, мы на месте. Мам, это четвертая стихия огня. Это что, нам нужно огонь добыть? А огонь добывается при помощи трения. Нам нужна палка.
такая сойдет. Начнем. Пламя настолько сильное, что он может даже камень расплавить. Мощь огня! Ну что, мы всех гармите нашли? Пойдем домой? Нет, мам, это лишь только часть коллекции. Остальные мне нужно купить на сайте Toy.ru. Ты же мне купишь, да? Так я не поняла, что карта не настоящая? Не, я просто хотел с тобой поиграть и нарисовал карту. А как же яма? А, яма, это папа сегодня трактор заказывал. Я не знаю, зачем она ему. Ну, Егор, ты даешь. Зато классно поиграли. Угу, пошли домой. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пока. Пока.